Этот флокс называется «Народные напевы». Флокс моей селекции, выведен в 2012 году. Размер цветка не крупный, 3,5 см. Высота куста 70-80 см. Срок цветения ранне-средний. Он белый, с розовой штриховкой по полю лепестка. Сейчас я приближу. Малиновой звездочкой в центре. Цветок колесовидный, лепестки перекрываются. Не выгорает, не портится от дождя росы. Соцветие у него округло-коническое, достаточно крупное. Я все пытаюсь этот флокс сфотографировать, но постоянно у него рваные лепестки в связи, потому что то шмели, то бронзовки. В общем, этот флокс, он как... Вот они к нему, эти все насекомые, особо неравнодушны. У меня же флоксов тут он много цветет, целая куча. А вот этот особенный какой-то для них, возможно, он как-то более привлекательно пахнет, но к нему подходишь, и из него вылетает целый рой насекомых. А так флокс очень мне нравится. Вот такие вот у них достаточно большие соцветия. Вот такой очень он симпатичный, издали смотрится очень здорово. Привлекает к себе внимание. Стебли крепкие. Ну, такой вот он яркий, контрастный, видный.